Приветствую вас, Тина. Смотрите, если мы берем вот в целом глобально вашу проблему, то она заключается в том, что вы сейчас для чего-то хотите в семью. То есть вот просто у вас есть эта потребность. Проблемы в семье. Нет, понятно, что каждый человек хочет, ну, как бы, семью, и хотеть семью — это нормально, но сознательно хотеть семью означает идеализировать ее. Что такое идеализация? Идеализация — это когда вы что-то представляете себе и представляете, как вот в этой ну, ситуации вы находитесь. Ключевой момент здесь в том, что, представляя себе что-то, семью, какую-то ситуацию, какой-то успех, какие-то достижения, какие-то вот моменты, ну вот, если они выражены как бы отдельно в человеческом сознании, вы себя как-то ощущаете. Вы ощущаете себя как-то иначе, нежели чем сейчас. И это ощущение, оно, как правило, принципиально меняется. Ну, именно принципиально меняется. То есть, к примеру, сейчас я тревожен, но представляю себя в семье, я чувствую себя расслабленным. Сейчас я, там, допустим, зол, представляю себе, к примеру, там, какое-то достижение, я становлюсь добрым. Вот это вот идеализация классическая, фактически меняет эмоциональное состояние человека. В отличие от желания более естественного, которое тоже эмоциональное состояние человека меняет, но не так радикально. А скорее просто, ну, делает его эмоции, ну, более яркими, более сильными, но не настолько, чтобы говорить о том, что вот принципиально что-то меняется, да, тут минус на плюс. Ну вот. То есть, к примеру, человек, не идеализирующий семью, он просто, допустим, идет по жизни, он занимается своими делами, он как-то вот реализовывается, и когда у него появляется возможность реализоваться, ну, такой человек в семье, да, в семье реализоваться, такой человек встречает это открыто, значит, позитивно, вот, и просто как бы реализовывается в этом, но ничто из того, что такой человек делает, не определяет его эмоциональное состояние. Ничто одно из того, что он делает, не определяет его эмоциональное состояние. Вот. То есть, конечно, человек будет грустить, если там семья не получится, но, опять же, это вот что-то одно его не определяет. Вы можете сказать, что и вас семья как бы не определяет, например. И мне нечего будет вам возразить, кроме, наверное, того, что в таком случае вы бы не хотели сознательную семью, потому что сознательно хотеть именно семью нельзя. Если только человек не хочет что-то для себя через семью получить. Вот. Это может быть что угодно. Это может быть ощущение защищенности, успешности, полноценности, реализованности и так далее. Вот. Потому что семья — это, ну, как бы, то, что человек не определяет. Вот. Значит, и глобально ваша проблема заключается в том, вот именно глобально, мы сейчас говорим глобально,
и только про вас, только исключительно ваши, исключительно в контексте вас мы говорим. Глобальная ситуация заключается в том, что у вас не получается построить отношения с мужчинами, потому что вы хотите семью. А желая семью, вы идеализируете мужчин. Идеализируя мужчин, вы не принимаете их недостатков. А об этом вы их отталкиваете. Не только поэтому, конечно, потому что не принимаете вы недостатки их по причине непринятия своих недостатков, своих, по причине непринятия себя. Если человек не принимает себя, то есть если есть какие-то вещи в психологической реальности человека, которые он отрицает, которые он пытается подавить, которые ему кажется не, ну, вообще неприемлемыми для него, вот, то если такое есть, если такое вот, ну, присутствует, то можно говорить о как бы отрицании себя. И вы отрицаете что-то в себе таким вот образом, на такой вот основе. Отрицаю это. Эти моменты отрицаю. Вы, соответственно, пытаетесь найти человека, который бы помог вам это принять, который бы вот сделал вас полноценным. Ну, и, естественно, полноценным человеком вас, в вашем мире, в вашей реальности психологической, полноценным может вас сделать только человек, который, ну, идеальный человек. Опять же, можете вы с этим быть не согласны, да, но вот, понимаете, можно много говорить о причинах, да, почему человек не получается создать семью. Там вот, психоаналитическая, транзактная, допустим, теория, хорошо достаточно об этом говорят. Вот, но с точки зрения самого человека, это связано с завышенными требованиями, с очень высокими требованиями к человеку, к себе тоже, к человеку и, собственно, к семье. Вот, но на таком функциональном уровне это высокие требования к взаимодействию. Негативное отношение к ошибкам. Там, и так далее. Вот. Соответственно, можно говорить вот о том, что вы ищете своего идеального мужчину. Вот, идеального мужчину, точнее, идеального отца. И вы ищете идеального отца, ну, как я думаю, это уже больше по тем теориям, которых я говорил. Да, это вот не связано с вами, чисто уже. Вот, вы ищете, и, соответственно, такого человека не существует, поэтому вы одна. Вот. Непринятие отца, обиды на отца, отношение как к собственности в контексте отца. То есть отец должен, отец обязан был, как он посмел там поступать как-то по-другому. Вот, с одной стороны. Переживание, вот, чувство нелюбви, да, то есть вот он отстранен, он меня не любит, он, да, я ему неинтересна и прочее. Вот, с одной стороны, отношение как к собственности,
А с другой стороны, да, принять на себя отношения бабы, типа, если он относится ко мне каким-то образом, то, значит, я вот такая, я вот недостойная любви, недостойная, там, внимания, недостойная, там, ничего. А, вот, это другой момент. А, непонимание причин, почему отец вел себя так. Вот, то есть, ну, это вот невозможность увидеть в отце кого-то еще, кроме отца, невозможность увидеть человека, невозможность увидеть личность, невозможность увидеть мужчину, невозможность увидеть мужа вашей мамы и так далее. Вам как дочери это всего видеть невозможно, и, соответственно, вы не учитываете вот такие другие моменты. Как отец, будет его как отца, он как отец, он отстранен, но а другие все факторы от вас ускользают, потому что вы не привыкли так смотреть на отца своего, на своего папу. А у папы как бы есть еще куча других вот ролей, которые влияют на то, каким он, к сожалению, может быть отцом. Вот. Дальше. Это, ну, не очень хорошее вообще понимание того, какой женщиной я должна быть с вашей вот позиции. Когда отношения у дочери с папой отстраненные, то дочь, по сути, ну, женщина, пребывает в неуверенности по поводу того, кто же она. То есть, какой женщина должна быть. Потому что нет какого-то одобряемого поведения отцом. И первоначальное, первичное взаимодействие дочери отца как женщины и мужчины, ну, оно смазывается, и в частности в школе вас вот, дразнили по поводу вашей внешности, потому что чувствовали, что вы в себе не уверены, чувствовали, что вы... Ну, что вы как-то, что вы слабы в этом плане, да, что вы себя не цените, что вы не то, что недостойно себя ведете, а вот не ощущаете себя достойно, то есть не чувствуете, что вы вот несете себя с достоинством. Чувствуется наоборот, вот можно чувствовать какая-то такая заискивающая, может быть, заискивающая что-то, может быть, какая-то закрытость чувствовала. Чувствовал стеснение, скованность в школе. Вот, и вас поэтому дразнило. Но глобально это, скажем, не глобально, а более широко, это вот проблема женской модели поведения. Женской модели поведения, это какая я женщина, не очень понятно. И при таком раскладе, при тех моментах, которые я писал, вашей задачей является одобрить, завоевать любовь отца. Понятно, не у него самого, да, а через вот других мужчин, которые похожи на отца, на вашего отца похожи, то в той, ну вот в той или иной степени похожи. Вот, либо наоборот, очень сильно отличаются, но там, как бы, резкие отличия, это та же самая похожесть, по сути дела. Вот, тут вот такая вот неопределенность гендерная, ну, точнее, не гендерная, да, не половая неопределенность, а именно вот в рамках гендера неопределенность вектора. При слабом отце, таком вот именно слабом, да, женщина, она такая больше активная, она такая больше, ну, больше мать.
да, а при отстраненном отношении, чем она такая вот, типа, как снежная королева, которая не завоевывает, потому что отец позиционировал себя тоже как кого-то, кого нужно завоевывать. Ну, по вашему мнению, по вашему мнению. И, соответственно, вы берете автоматически на вооружение то, что вот, чтобы меня любили, мне нужно завоевывать, да, а вот. То есть я должна посчитать, что ты достой. Я должна посчитать, что ты, ну вот, условный ты, что у тебя, что ты вот хороший кандидат, ты идеальный кандидат вообще. Вот такой вот, ну, по факту, такое вот материальное отношение к человеку получается. Вот, то есть, ну, покупать, по сути, покупка. Вот, вы хотите, чтобы вас купили. Как вы пытались купить отца, там, что он был отстранен, и вы не понимали, почему так, сейчас хотите, чтобы купили вас. Вот, но цена вас постоянно не устраивает. Опять же, из-за обесценивания, то есть себя вы обесцениваете, потому что отец не способен был вас оценить, вот, и, соответственно, требуется бесконечная сумма, чтобы вас, ну, чтобы вас оценить. Ну вот. А это вот то, что касается семьи и то, что касается отстраненных отношений. Ну, с отцом. Дальше. Мне 29 лет, не было серьезных отношений. Смотрите, здесь для вас имеет место возраст, имеет значение возраст, то есть 20 лет, 29 лет, что это значит, не было серьезных отношений. Серьезные отношения это вообще какие? Да, то есть что такое серьезные отношения? Здесь угадывается, что как-то вот на эмоциональные какие-то такие порывы, которые в принципе не делятся на серьезные и не серьезные, ну вы не готовы. А в отношениях вы подходите больше с рациональной точки зрения, вот, на чувства свои вы внимания особо здесь не обращаете, а если обращаете, то их боитесь, что они могут куда-то вас завести совсем не туда, куда вы хотели бы, например. Вот, отсюда получается некая холодность, отстраненность, рационализация и всякое такое. Дальше. Ну, то есть, вот серьезные отношения, это опять же тот же уровень. То есть, вот, условный я отношусь к условной вам, недостаточно серьезно, по вашему мнению. То, как я отношусь, вы не принимаете. Мое отношение вы не считаете, ну, серьезным именно. По какой-то причине, опять же. По каким-то причинам. Дальше. Ухаживать пытаются мужчины постоянно. Я красивая девушка, нравлюсь многим. Вот. Отстраненный отец. Потёмки. Непонятно. Он чужой. То есть он вроде бы родной, в то же время он чужой. Отстраненный. Ну, опять же, я не знаю, у вас сейчас отношения отстранённые или такими они были всегда, но вот ухаживают мужчины, да? Ну, я без преувеличения могу сказать, что ухаживали раньше, в 19-18 веке, в начале 20-х веков, 20-х, точнее, 20-го века, точнее. Вот, ухаживали. Как это было? Как это было? Знаки внимания, попытка завоевать ее расположение, ее одобрение, ее внимание, да? Но это не то, что делало именно людей ближе и крепче. Это
чисто гендерное поведение. И ухаживают вами, за вами мужчины, то, что они проявляют симпатию постоянно к вам. Это гендерное поведение. Это гендерное поведение. Это вот как раз попытка завоевать любовь. Попытка вот получить как можно больше любви. Нет, там вот чего-то такого личного, да, чего-то такого человеческого, социального. Вот. То есть мужчины чувствуют, что должны, вот именно должны за вами ухаживать. Именно чувствуют мужчины, что должны ухаживать. Давай. Именно вот вас нужно выбрать. А вы относитесь к мужчинам так достаточно отстраненно. Вот, вы относитесь к мужчинам так достаточно, ну, я бы сказал, скептически, да, скорее всего. Либо общаетесь с ними очень весело, очень открыто, но вот стоит человеку прийти чуть ближе, да, и все, вы боитесь, ну, сразу вы даете опору человеку. И здесь мы, конечно, говорим о личных границах, которые с мужчинами у вас не простроены. Вот. Потому что мечетесь вы от полной закрытости к желанию полностью раскрыться человеку, но при этом очень сильно боитесь боли, боитесь унижения, потому что раскрыться вы можете, очевидно, для получения какой-то реакции со стороны человека, а без реакции вы раскрыться не можете, вам сложно, вам тяжело, вам трудно, вам больно, опять же. И вот это вот неумение давать человеку что-то, что не причинит боли, да, то есть выстраивать какой-то такой вот уровень взаимодействия с партнером, где-то вот, ну, такой, где-то на шкале, да, а не в одном полюсе, либо в другом полюсе. Это вот проблема личных границ. Значит, при взаимодействии с мужчинами. Ну вот, которые вам интересны. Дальше. Так, я красивая девушка, нравлюсь много. Ну, опять же, красота, если она не наполнена, скажем так, эмоциями, да, если это не эмоциональная красота, а рационалистическая красота, она становится такой холодной и жесткий, колючий и болезненный. Вот, как для самого человека, которому тяжело быть красивым, там это все там внимание обращают, да, все пытаются познакомиться, а человек сам понимает, что видит в нем только его внешность, и все, как бы за внешностью больше ничего не стоит. И это очень сложно, осложняет еще больше задачу там, построить отношения. И вообще взаимодействовать с людьми. А если человек себя обесценивает и считает, что у него нет ничего, кроме внешности, то это вообще беда. Это вообще беда. Вот. Так что то, что вы красивая девушка, это, конечно, это очень хорошо. Вот. Проверить, правда, никак нельзя, но я вам верю на слово. Да, и на самом деле это не особо важно, если честно, красивая вы или нет. То, что многие мужчины проявляют к вам симпатию, тоже ничего не значит, потому что просто, опять же, если это
всегда делать такая вот, как ухаживание, то это просто вы попали в типаж. Вот, ну, типаж. Я вот не знаю, честно, что хуже, что более лишает человека индивидуальности, типаж или нахождение в толпе. Вот. Наверное, в рамках российских реалиях, если вы живете в России, и в рамках взаимодействия с русскими мужчинами, наверное, все-таки попадание в типаж более сильно, ну, как бы затрудняет восприятие личности. Дальше. Мне мало кто нравится. Пишите вы. Ну, здесь я бы в целом хотел рассмотреть вопрос симпатии, наверное. Да, то есть, ну просто вопрос именно симпатии. То есть как? Что, как? Зачем? Вот, потому что мало кто нравится, а нравится это как? Это как? Это что? Что вы чувствуете, когда вам, когда вам нравится? Ну, кто-то, что вы чувствуете? Вам хочется что-то сделать для человека. Вам не хочется что-то делать для человека. То есть вот, наверное, это очень важный момент. Вот. Потому что вы можете просто понимать под симпатией совсем не то, что совсем не то, что объективно присутствует и есть. И вот, наверное, чтобы не было такого, чтобы не было таких моментов, вот, очень желательно разобраться с тем, вот, ну, что вы понимаете под симпатия. Это очень важно. Значит, мало кто нравится мне. Что требовано к человеку? Требование к человеку — это ну вот, что такое? Что такое требование к человеку? Что такое? Это условия, которые вы выдвигаете. Вот. Вашему партнеру, грубо говоря. Вот. И, соответственно, возникает вопрос, откуда эти условия вообще взяли? А,
как они, ну, появились эти условия. Из чего они проистекают, эти условия. Почему они вообще есть, эти условия, да, то есть почему нет, ну, безусловного, допустим, принятия партнера и, ну, безусловного, там, к примеру, желания, допустим, ну, вот, делать что-то для человека, к примеру. Вот. Это же все про вас. Это все про вас. Это вот именно про то, как вы относитесь к себе. Это про то, как вы воспринимаете себя. Это про то, ну, как вы видите себя. Это про то, какие вы требования к себе предъявляете, что ли. Вот. Это вот, ну, больше вот про вот эти вещи. И, конечно, в таком случае, естественно, будут возникать какие-то вот условия, да, вот так, при таком подходе будут возникать требования к человеку, безусловно. Тут без, ну, без требований здесь не получится. Только и отношения построить будет очень сложно. Вот. При таком раскладе практически невозможно. Вот у вас не получается это сделать, к сожалению. Дальше, значит, так, в школе одноклассники издевались, подкалывали по поводу моей внешности, были определенные проблемы с здоровьем. Ну, проблемы с здоровьем бывают у многих людей, вот, не всех людей с проблемами с здоровьем подкалывают, поэтому здесь я думаю, что, да, присутствует, возможно, какой-то элемент неполноценности, да, то есть вот. Ну, комплекс неполноценности, вот, может быть, запрет на слабость, то есть, что я не должна быть слабой, не должна быть больной, не должна болеть, вот. Всякое такое, ну, опять же, это больше именно про про восприятие. Это больше про восприятие болезни. То есть, как я воспринимаю болезнь свою. Ну, как она мне как она мне видится, ну вот, болезнь моя, вот, как я ее, свою болезнь воспринимаю, вот, это очень важный момент, особенно если, там, с папой у вас, ну,
были определенные сложности, были и есть определенные сложности. Вот это обычно, ну, нормально для нормально для человека воспринимать болезнь, свою как что-то, ну, как что-то нормальное, вот, как что-то, ну, такое вот вполне естественное, ну, ну, нормально воспринимать, нормально. Вот. Ну а для вас, соответственно, нет, скорее всего, для вас это, ну, довольно негативно. А ну, вами это воспринимается довольно негативно. А вот, судя по тому, что вы, ну, судя по тому, что вы вот пишете, судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что я могу видеть. Дальше. Так, кроме того, я из бедной семьи плохо одевалась, сильно проигрывала на фоне других девушек. Ну, здесь опять же такая материалистичная позиция у вас достаточно достаточно явно выглядит материалистичная позиция. То есть, вот я это борьба, борьба отношений, это борьба, вот, и, ну, соответственно, все борьба, вот, а я, соответственно, я могу проиграть, вот, ну, то есть, этот бой мы можем проиграть, ну, грубо говоря, вот, что, ну, то, что вы вот транслируете сейчас, вот, то есть это здесь и сравнивание идет с, ну, с себя, да. То есть, вот, ну, вы сравниваете себя с, ну, с, ну, другими, значит, девушками, вот, на не очень, понятной для меня основы. То есть вот, ну, то есть вот, почему вы сравниваете себя с другими девушками, почему вы считаете, что, ну, вот, ну, внешняя сторона, то есть, ну, одежда и так далее, ну, влияет на то, как вас, вот, ну, воспринимают. Вот. Соответственно, здесь, ну, в большей степени речь про определенные стереотипы. Но эти стереотипы, они, конечно, вызвали у вас, ну, такой, можно сказать, сдвиг, вот, сдвиг
именно вот насчет звук вашего восприятия себя, скажем так. Вот. И, соответственно, чувствовать вы себя стали из-за этого хуже. Гораздо. Вот. Дальше. Понимаю, что эти ситуации с отцом одноклассниками есть причины нынешних неудач с мужчинами. Ну, можно. Можно, конечно, это и так воспринимать. Можно. Можно. Но можно это и по-другому. В принципе, можно это по-другому воспринимать. Можно к этому по-другому относиться. В принципе. Опять же. Вот. Можно воспринимать это совсем иначе, можно воспринимать это совсем, ну, совсем по-другому. Не обязательно только это. Вот. То есть тут просто вариантов, ну, вариантов достаточно много. Достаточно много вариантов. Вот. Поэтому я бы не спешил бы, наверное, с выводами относительно этого. И да, конечно, это бросается в глаза. Вот это такой самый легкий, ну, один из легких вариантов. Вот, но не единственный. Не единственный. Ну, не единственный вариант. Вот. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы вы привязывали свои неудачи вот только к этому. Ну, только вот к этим, ну, к этим моментам только. Вот. Мне бы хотелось все-таки, ну, более такое, более, может быть, широкое, ну, более широкое восприятие и более широкое понимание этого. Вот, что делать, значит, делать желательно, можно и желательно заниматься психотерапией, вот, потому что кроме как через, ну, через психотерапию данный момент не решить, кроме как посредством психотерапии данный момент не решить, потому что вы живете таким образом не первый уже год. Вот, и с мужчинами вы тоже, ну, не в первый раз получаете неудачу, вот, поэтому очень важно, на мой взгляд, заниматься именно психотерапией. Вот. Ничего, ни в коем случае
преодолевать не нужно, именно преодолевать ничего ни в коем случае не нужно. Именно преодолевать ничего не нужно. Вот. Нужно работать с этим. Нужно работать и раскрывать это. Вот, раскрывать те моменты, которые вас волнуют. Вот. Дальше, сознательно хочу семью ребенка, без сознания не подпускаю к себе мужчин. Ну, собственно, вот опять же вопрос, да, для чего вам семья ребенок? Вот, то есть это, ну, такой очень, очень важный момент. Вот, зачем вам семья и ребенок? То есть, ну, опять же, да, поймите правильно, что я не столько против, вообще не против того, чтобы у вас была семья, но вот именно то, что вы сознательно этого хотите, вот как, ну, как вот вы говорите, вот, это все-таки, ну, не может не оказывать какого-то, ну, какого-то воздействия на вас. Вот. Не может не оказывать, ну, вот, ну, поведение, да, то есть вы как бы, ну, как я уже говорил неоднократно, да, вы становитесь, ну, зависимым. Вот. И это мешает вам. Это мешает вам. А вот, это не может не мешать, к сожалению. Не может это не мешать. Поэтому такая вот история. Опять же, сама вот формулировка, да, что я не пропускаю к себе мужчин, так вы чего-то боитесь, во-первых, чего-то боитесь. Ну, это вот в любом случае личные границы. Работа с личными границами в любом случае здесь. Вот. С другой стороны, есть какая-то выгода, скорее всего, у вас от того, что вы делаете, от того, что вы не подпускаете мужчин. Вот. А есть вот такая вот вторичная выгода у вас. Что-то вы получаете, что-то вы доказываете. Вот. Может быть, вы отыгрываете агрессию таким образом от своему. Хотя это, конечно, тоже не точно, и, может быть, не имеет отношения к истине, вот, но тем не менее. Такой вот получился ответ, достаточно пространный, и я надеюсь, что полезный, и надеюсь, что интересный. Надеюсь, что для себя вы вот, ну, что-нибудь из этого почерпнете. Вот. Но я вам хочу пожелать удачи, я вам хочу пожелать всего самого доброго, вот, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.